Яндекс.Переводчик перевел анонсы Винни-Пуха на Диснея. Вот что из этого получилось. Мишки разные нужны. Мишки разные важны. Сегодня ты успел на самый вкусный момент. Его сокровище – мед. Его проводник – кролик. Получается нам... вот туда. Его девиз – мы быстрее, чем бритва. А значит, это будет настоящее приключение. Не подведет ли хвост? Вот в чем вопрос. Незабываемое приключение медвежонка Винни. Сегодня в 19:30. Большая анимация. Только на канале Disney. Одни и те же потребности несут, другие несут последствия. А сегодня вы делаете это еще более восхитительными моментами. Он сокровище меда, его наставление для кролика. Оказалось, что мы, да, вон там, он хвастался, мы быстрее мечей, это будет настоящее приключение. Хотел бы я знать правду, вот в чем вопрос. Уникальное приключение медведя Пуха. Сегодня в 19:30. Крупный голливудский продюсер на канале Disney. В понедельник, когда медвежонок Винни будет еще сладко спать, вот, еще хоть немножко, произойдет кое-что очень интересное. А как же мой завтрак? Дедушка, у нас есть дело. Вставай, Хрюня. Пост есть. Подъем, ушатник. Давай, Тигруля. Узнай, куда торопится крошка Ру. Ой, кто свет выключил? Большая анимационная история. Завтрак. Весенние денечки с малышом Ру. В понедельник в 19:30 на канале Disney. В понедельник, когда медведь Балу так сладко спал. Милая, еще немного. Пух, должно произойти что-то интересное. Но как насчет моего завтрака? Нет времени, мы были в форме. Вставай, свинья. Кто там? Просыпайтесь, большие твари. Давай, тигр. Узнайте, где прыгает лягушонок. Эй, кто выключил свет? Великая история супергероя. О, моя богиня. Да. Завтрак. Весенний день с сиротами в России. Понедельник, 19:30 вечера на канале Disney. Скажите, а, больной? Большая анимация. Даже медвежонок Винни знает, что самое лучшее лекарство от простуды – это... Думай, думай, думай. Конечно же, мед. Очень правильная мысль. Принимать утром, днем и капельку перед сном. А может, даже не капельку, а побольше. Медвежонок Винни и его друзья. Сегодня в 19:30. Волшебный семейный просмотр. Только на канале Disney. На этом все. Если вам понравится, то я сделаю вторую часть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.